Зачем вам эта штуковина? Ты что? Это же мега вещь! Сейф называется. Несгораемый, непотопляемый, непробиваемый. В нем можно проводить любые опыты без угрозы для окружающих. Что-то он не выглядит у вас таким уж крепким. Да эта штука крепче всех нас вместе взятых. Гвоздь не в кеды. А сейчас мы тебе докажем. Сейчас мы покажем тест на прочность. А где малыш? Ты же не хочешь сказать, что он... Бдыщ! Да, малыш. Нам теперь от мамы такой бдыщ будет. Сила удара. Бабах нужен посильнее. Если приложить к сейфу достаточную силу, дверь вытеснит наружу. При этом малыш не пострадает. Теоретически.